Сейчас, доченька, мы сядем с тобой в машинку и поедем к бабушке. Поедем через речку, по мостику, мимо парка, каруселей. Бабушка пирожков... Даже если мы будем ехать 40 километров в час при столкновении, я буду весить больше 500 килограммов. Мама думает, что меня удержит? Или о чем они вообще думают? Я поеду никуда.